Привет, друзья! Тима, каким мы сегодня будем библиотеками играть? Рактовор R3 против... А, ладно, выбирай сама. О, еще один рактоворчик. Кстати, а кто правильно ответил, как называется этот рактовор в Японии? Маш, ответов было очень много. Друзья, вы все ответили правильно. У Такара Томи Бейблейд Рактовор – это Блейз Рагнарук. Но первые комментарии оставили Влад и Кирилл. Вам привет! Тима, Маша, а давайте для наших друзей еще какой-то мини-конкурс проведем. Ну, такой, чтобы опять на привет в следующем видео в начале. Как вы думаете? Да, и приз будет 2 лизуна. Ты хочешь еще, чтобы 2 лизуна? Привет и 2 лизуна, да? Да, надо подумать. О, сколько раз мы будем говорить слово Beyblade? Прикольно. Значит так, ребята, подписчики, мы передадим привет в следующем видео. И вот эти 2 лизуна отправим тому, кто первый напишет правильно, сколько раз мы сказали слово Beyblade в этом видео. Да. Только смотрите, будьте внимательны. В самом начале видео мы уже несколько раз говорили слово Beyblade. Да. А теперь к бою. Маша, что ты там выбрала? Я Вайброна выбрала и Рактовора. Отлично! Тогда давай арену, Тимофей. Рактовор R3 против Вайброн R3. Раунд первый. 3, 2, 1. Красиво пошли. Смотри, Вайврон выталкивает с середины. Не-не-не, сейчас Рактовор, смотрите, сменил Вайврона. Они как будто в догонялки играют друг с другом. Смотри. Ну, кто же кого? О, давай! Давай, Рактовор! Все, Вайврон победил. Раунд второй. 3, 2, 1, гоу! Ого, какие удары сильные! Рактовор поддевает! Смотри, Рактовор как будто наклоненный идет. А, сейчас выпрямился. Так. Вайврон разбил Рактовора! Красиво! Ну что ж, Вайврон победил красиво! Теперь мы посмотрим, как будет Рактовор биться против Рактовора! Раунд первый. 3, 2, 1, гоу! Посмотрите, они с одинаковой силой пошли. Аналог его бьет. И... Да, Алиэкспресс сдался. Раунд второй. 3, 2, 1, гоу! Ничего себе, Хасбро только что показал свою... прыть. Да уж. Опять в догонялки играют. Не, сейчас... Лупи! Алиэкспресса! Все, опять Китай сдался. Раунд третий. 3, 2, 1, фу! Красиво идут. Хорошая атака была только что. Вау, это 4-0. Шикарно. У нас 2 красивых победы. Да, у нас Beyblade Рактовор победил Рактовор, а Вайврон победил Рактовора. Короче, вот такая вот путаница, каламбур такой получился. Ребята, знаете, мне идея какая в голову пришла? У нас есть 3 вот таких вот запускалки от Hasbro, которые соединяются. А что, если вот сюда целых 3 штуки повесить и запустить? Получится или не получится? Давай. Давай, одевай все наши
сегодняшние бейблейды на одну огромную запускалку гусеницу, и мы посмотрим, что из этого выйдет. И выйдет ли что-нибудь. Ребята, пишите в комментариях, выйдет у нас что-то или нет. Итак, приготовились. Запускаем. Не вышло ничего. А может, еще раз попробуем? Давай. Еще одна проба. 3, 2, 1, гоу! В этот раз получилось, смотрите. Но Вайврон сразу сдулся. Рактоворы остались. Рактовор, аналог. Все, Хасбро все равно себя проявил. Рактовор, отлично. А теперь приветики субботники. Первый привет от нас, любителям Бейблейд. Джон 19, Женя Гришко и Артем Арт. Привет! Приветствуем Бодя Майнкрафт, Валера Трутненко и Дима Бро. Привет! Привет ребятам Арсену, Георгию Ильич и Евгению. Привет! Приветик друзьяшкам Карине, Кире и Давиду, а также Соне и каналу YouTube YouTube. Привет! Ребятам Игорю, Максиму и Мише. Привет! Передаем привет Максиму, Олегу Вьюнику и Олегу Кент. Привет! Привет от нас для Руслана Скварника, сэр Влад и Диме и каналу Шукуринай. Привет! И еще приветик для Тимы, Тихона и Элен. Привет! Кто считает, что Бейблейд Рактовор красавчик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тим Витрис и Маша. Пока-пока! Пока, друзья!